Авария произошла примерно в 9 часов утра, когда люди ехали на работу и стояли в небольшой пробке перед светофором на Новосадовой. По свидетельствам очевидцев, водители двух иномарок, Range Rover и Audi, не поделили дорогу, стали подрезать друг друга, из-за чего столкнулись и вылетели на встречную полосу, где образовалась авария с участием еще порядка 10 автомобилей. На записи видеорегистратора видно, водитель иномарки, пытаясь маневрировать, задевает едущую рядом машину и буквально таранит другие автомобили. Владелец одного из пострадавших авто Денис Ржевский с досадой рассказывает, машину купили совсем недавно, за рулем была супруга. Когда в автомобиль на скорости влетела иномарка, сработали все 4 подушки безопасности. Это и уберегло жену Дениса. Машина полностью разбита, пришлось вызывать эвакуатор. Они ехали в Range Rover в правом ряду, это в первом ряду, Audi во втором. И вот между собой дорогу не поделили, кто кого там тиранул, не тиранул. И факт то, что вылетели сюда, вот на встречную полосу и ударили. С той стороны, посмотри, там целого нет ничего. У них здесь все сместило в эту сторону, там все повыбивало, повытирало. Тут получается, а какой здесь может быть ход? У них радиатор все подрывало. Поврежденные автомобили заблокировали внушительный участок дороги. На Новосадовой образовалась огромная пробка, а осколки пластика и стекол были разбросаны на протяжении нескольких десятков метров. Движение удалось восстановить в течение 2 часов. По предварительным данным, один пассажир обратился за медицинской помощью. Сотрудники автоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.